Добрый вечер. Бабушка 2 дня мучается. Говорит, повредила сковородку. Ну, что делать? Я новую куплю. Может, она нормально, на ней ничего еще. Ну, нет, ее надо менять, конечно. Это нельзя нарушать целостность. Ну, да. Какая? Она пишет, что губка это тефаль не трогает. Ну, это, наверное, не тефаль. Какая губка? Вот эта пружина. А вот это? Нет, вон да. Ну, металлическая? Да. Ну, я мыла, у меня не было соскребов. Вот. У меня почему соскребнул? Ну, ты, наверное, сильно. Главное, ту рыбу, которую потом выкинули. Ага. Ну, ладно, ну что? Ну, купим новую. Ну, что теперь? Что плачет? Она, посмотри, что а это самая большая или средняя? Нет, средняя. А большая пока? Но она все равно, я думала о том, что она уже начинает как бы прогорать. Ее надо менять. Вот такой у нас скид. Большая вот. Вот, большая и с новенькой. Когда прогорает, ничего, ее она надо уже менять, да. Да, мам, смотри. Что? Да. Да. Бабушка 2 дня уже плачет тихо и не боится сказать. Вот какая я страшная. Ты с кем разговариваешь? С тобой. Зрители. И зрителями. Эти меня сегодня мордовали, просто мордовали. Наши эти танцоры. Смотрите, что мне дали, когда я подписала. Ты гречку будешь, Есир? Сейчас, подождите, боже мой, с гречкой. Ну, давай. С вашими слезами, сковородками. А папа что сжег? Чашку свою вот эту. Ну, я ее отмыл. Ну, да. Да. С черненьким, ну, отмыл. Да. Нормально. Проще, в общем, не посудный у нас вообще, период. Вообще. Манечка опять на своем посту. Настюш, я не слышу. Настенька, а зачем ты легла в миску к маме? А она все равно, она же есть. Вытащи бутылку грязную. Вот представь, что ты сейчас делаешь. Хочешь, я тебе сейчас и еще хочешь праздника. Все, я больше так не буду. Все. Настя, это ты говоришь каждый день. А мы вот один раз просто сделаем, тебе не будет праздника, и все. Ты даже не заметишь этот день, она не поймет же, кстати, что это день ее день рождения. Она и не узнает никогда. А я по мудрам ее перед танцами дала, я по мудрам. Не сильно, но она получила. Забыла? На танцах плохо себя ведет. Ну, не стыдно. Тебе самой не стыдно, Настя? Раз 20 сказала. Сядь на горшок. Мы сейчас идем в дорогу. Да, сядь, закрывай нормально. Вот давай. А потом будут тортики. Что это хоть за тортик? Это... Выпало. Мы даже его не хотели, денег не давала. А он выпал из автомата. Да что ты на день рождения? День рождения, она все идет. Да, спрятать надо. Горчит калина, губ твоих калина. Идут на убыль теплые деньки. Мне важно знать, что я еще любима. И ты мне в этом, милый, помоги. А что это вы делаете? Я понимаю, просто молодой, просто мужчины. А какой глицерин принимаете вы? Принимаете. Портили сковородку. Да. Ира, ты что будешь? Ну, я сейчас посмотрю, мам, не надо. Ешьте пока сами, кушайте. Я ее хотела, чтобы не тянет приставить. И сама кушай. Ну, сейчас котлетки. Да. Так что, значит, 2 дня ты страдаешь и мучаешься. Очень. Очень, очень. И страшно так сказать про, да? Mm-hmm. А почему страшно? Ну, кстати, вот. Ты только убытки приносишь. Боже мой. Это до этого еще надо додуматься, конечно. Вот так вот. Нет, ну серьезно, вот бояться сказать мне, что поцарапала. Кока поцарапала уже столько этих сковородок. Да. Я честно признала. Вообще. Через 2 дня. Не, ну я вчера подрала. Сегодня. Так вчера или сегодня? Вчера вечером ободрала. Mm. Рыба когда была? Вчера. Вчера. Главное, никто ее есть толком не стал. Сковородку испоганили. Сковородку испортила. В общем, вот так. Дочь визжит старше, младше. Бабушка, камера включена. Хорошо. А что у меня камера? Пришла, устала, как песик-барбосик. Угу. Вот сейчас, девочки, гречечка с курочкой. Угу. Танцевали припляску. А на улицу вышли, хоть идти не можем. Что же придумать, бабушка? Что придумать? На плечи посади. Я не могу вас довести. Вот так что такие дела, мои девочки. Ты будешь рулет крабовый? А? Ну, оставь. Может, и буду. Вот так вот. Что еще?
Ну, никаких сегодня ничего. Давай кинем. Сегодня день такой плохой. Плохой. Тяжелый какой-то. Давление скачет вниз вперед. Наверх, на вниз. Ну, так вроде ничего. Ничего, потихонечку. Слякоть на улице, слякоть вот и давление скачет. Слякоть на улице, да. Вот. Ой. Ну, что тебе еще на камеру сказать? Не знаю, расскажи что-нибудь нам. А что ничего? Какую-нибудь историю интересную. Какие могут истории быть? Надо же глянуть. У тебя их много. Много. Соня с ногтями накрашенными. Ей нельзя оставаться ночевать. Почему? Она зазнавайки стала, прям как будто взрослая. Ну, такая же, как Алиса. Мне кажется, это у всех так. Ну, наверное, у детей, конечно. Я не знаю, там где. Привет всем. Привет, привет. Мне кажется, просто все дети так. Первый раз ночевка вне дома. Это такой целый ритуал взрослости. Да. Ну, как дедушка сказал. Ну, когда ты к этому все равно придешь, чтобы у дедушки переночевала. Конечно. С бабушкой. Идут на улице. Это может и не беда. Мне важно знать, что я... Мастерок наш не слушается. Ну, короче, они все, обе не слушаются. А кто слушается? Вот. Ну, не то, конечно. Нет. Где ты видел этих слушающихся? Никто не слушает. Бошка, салатик ты будешь? Ай, буду, я не знаю. Да, давай, доедай, конечно. Сейчас посолю. Салатик, а то что же застоит в холодильничке? Сейчас кушаю. Кого-то ждет, он еще пока свеженький. Лазанью кушаю. Лазанью я в обед ела. Вот доедайте, в принципе, ее. Нина, да, да, доедай прямо сейчас. Нет, не сейчас, вообще. Доедайте ее, в принципе, я сказала. Да. Прям сейчас. Горчит Калина, Бог твоих Калина. Вот песня привязалась, да? А? Да песня привязалась, говорю. Какая? Горчит Калина, губ твоих Калина. А. Идут на убыль теплые деньки. Мне важно знать, что я еще любима. Ну, и ты мне в этом, милый, помоги. Ну, я так и не пустил. А? Не слышала? Вообще, Настя, не надо там что трогать. А, вообще, эту песню пела Нина Бритова-Гварцева. А потом пела ее уже Любовь Успенская. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, девочки! Настя, уйди от камеры, пожалуйста. А кто ты там, такая девочка? Обезьяночка. Читочка, Бриточка. Горчит Калина, горчит твоих Калина. Сейчас будешь кушать. Идут на увы. Знаете, я нашла мамину, мамину старую резинку, да? Старая. А вот такой мне браслет подарили. Что это в глазу у него? Пятно там это? Да, он мне сегодня тоже. После операции. Да, и что это такое, и такое, раз такое. Жалко, жаловался. Да, девочки. А я ему это покапаю. Ну, зачем бежать? Ну, не все сразу гладко. Вот. Потом вот перед танцами еще раз закапала. Он говорит, о, у меня хорошо. Вот нечего, вчера было ведра тяжелые таскать. Я сказала. Все дело в том, что таскал ведра. Не зря же они говорят, нельзя. Да. Это же не так просто. Не просто так, нельзя. Никто нельзя. Не слушается. Поэтому, ну так что. Я уж хотела, думаю, завтра пойду, может, какой магазин искать. Чего? С кастрюлями. Со сковородкой. Успокойся с этой сковородкой. Успокойся. Ее все равно надо было менять. Я ее уже обратила внимание, что она начинает прогорать. Она годовая у нас самая использованная, поэтому... Ну да, что-то они нарезают материалы очень тонкие. Мама, сколько она у нас работает, у нас любой материал превратится ни во что. Что? У нас жарится, парится день и без остановки. День и ночь. Салат бабушки. Ужин у нее будет. Ну так. Сегодня не задался, но в этот день. Как смазал, ты позвонил. И опять раз его. И что ты думаешь, он все равно урод. Ладно. Вчера купила помидор, биф, не знаю, видно или нет. Один, наверное, на 5 салатов. Я думаю, половина. Ты сейчас резать будешь? Да. Ой, мне прям его жалко. И что же его ждать, пока он... Ой, красавец такой. Пах, по крайней мере. Ну, прям просто удивление. Удивление? Угу, удивление, помидор. А я ему мандарины, 5 бутербродов. Они все смолотили, и хлеб даже белый. Никогда обычно оставляли. А мандарин с хлебом аж ели, проголодали.
Что а ты курицу унесла, да, в холодильник? Желудок болит. Ну, выпей давай. Вот это... Ой, господи. Иди, дай здесь, дочь. Дать пакетик? Нельзя, Фасвергель. Почему? А тебе уже желудок крепит. Что от него? Альмагель нельзя, Фасвергель нельзя. Амес. Амес, ноль пазу. А что желудок болит? Что ты ел-то? Что спровоцировало? Да весь день. Да. Утром бутерброд с сыром и снасть омлет. И снасть омлет. Всё, больше ничего не ел. Не, а почему так издеваться? Что у нас кушает, бабушка ее кормит. Девочка великовозрастная, но бабушка ее кормит. Да, давай будем. С бабушкой? С бабушкой. В виде приданного. Значит, мне еще никак тебе лет, мам. Да? Только мне можно замуж выходить? Да. Мне пора, да, уже? Давай. Да, все ругаются на тебя, кто хочет. Давай, разговаривай. А кто на меня ругается, кто хочет? Пора мне замуж, да, выходить? Папа ругается? Да, ругается. То есть мне надо замуж выходить? Да, на папе. Ты правая, доченька. Пора выходить замуж. И он нас склеит быстро. А? Что ты сказала? Заново надо. Заново выходить замуж? Да. Устанем, младенца? Угу. Угу. Так что пора замуж. Заново. Да, папа да. Ругается. А это мой ужин. Мы садимся кушать. А это бабушкин. А это бабушкин. А тут еще у нас крабовый рулет, правда, в таком неприглядном виде. И 4,5 сливы. Завтра надо купить, пока есть еще сливки. Желудок держится, как дома есть. А ему некогда, у него ферма там. Ферма. Кушать некогда. Леша тоже поздно кушает все время, вне в графике. И так-то уже поздно. Куда тут деваться, да. Так что ладно, сейчас покушаем и все. Вот такой сегодня влог, не влог, просто кусочек из вечера. Вот просто кусочек из вечера из жизни. Вот просто камера стояла, мы поснимали какое-то время, поэтому на сегодня это все. Мы скажем всем пока. Пока. И... пока. Она сама решила есть. Когда... Имейте в виду. Она все может. Да. А вам года страшно. Она все умеет. Все. Кушай, кушай, не торопись. Не спеши. Все, давайте, всем пока-пока. Пока-пока. А потом снимем вам хороший влог.